Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей. Сегодня мы представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне. Эта правда жестока, эта память тяжела. Вдумайтесь, оккупанты, их пособники, полицаи сожгли 9200 белорусских деревень. Из них более 5000 вместе с жителями. И мы знаем, с чего это все начинается. С идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими. С разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава Богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. В этой памяти много боли и страданий. В ней трагический исторический опыт. Это факт. Вторая мировая война была не просто войной. Она стала планомерным истреблением наших славянских народов.